Вышли на улицу погулять, а тут вот вертолет завис. Видимо, кого-то ищут. Мы когда проходили мимо улицы, там 3 или 4 машины скорой помощи было. И полиции столько же. Он летел выше, сейчас он спустился. То есть, видимо, они смотрят, кто что. Потом вечером по новостям глянем, кто там, что там. Что там могло быть. Если покажут, конечно. Так, ну ладно, я отключаюсь, потому что он, видимо, здесь долго будет висеть. О, нашли любопытную машину. С любопытным персонажем на капоте. Сегодня мы хотели поехать в магазин за одеждой, но сломалось метро, почему-то сломалось очень серьезно, всех высадили, дали бесплатные билетики, чтобы все доехали до соседнего метро. Вот. Мы решили пойти домой и по дороге вот зашли в такой магазинчик, и здесь, значит, уже готовится к ирландскому празднику. Все тут бейсболки, еще что-то стоит, вот, ценник видно. То есть подготовка к празднику идет полным ходом. Вот, шапки, все по 99 центов практически. Магазин огромный. Сейчас мы тут походим, может, если еще что-нибудь будет интересно. Мы, конечно же, все это дело снимем. Магазин очень большой. Так, до скорой встречи. Вот еще тут в отделе стоит. Собственно, бесплатные пакетики, их можно отрывать. Никто за этим не смотрит, можно накладывать. И все бесплатно. А вот еще в Пасху мы заметили, есть тут такие вот наборчики с яйцами, с печенюшками. Стоит это все 99 центов. Вот цена. Вот оно все. Нашли синие кукурузные чипсы. Не пробовали, даже не знаем, что это, пока нет желания их как-либо пробовать. Вот они. Потом есть такая кукурузка. Стоит она вот столько. Вот я не знаю, что это, но здесь 15 грамм протеина на 28 грамм веса, то есть в 28 граммах 15 грамм протеина. Штука, наверное, очень классная. Стоит она, я не знаю сколько, надо будет уточнить, но я думаю, штука классная.